Привет, друзья! Сегодня делаю заготовки на зиму. Соленые огурцы в банках без уксуса. Огурцы я выбрала среднего размера. Лучше, чтобы все они были примерно одинаковые. Предварительно огурцы нужно замочить в холодной воде на 1 час. На дно банки кладу зонтики укропа. Он придаст огурчикам аромат. Теперь добавляю листья хрена. Хрен придает огурчикам хруст. Добавляю лавровый лист, черный перец горошком и дольки чеснока. У огурчиков срезаю кончики и плотно укладываю в банку. Готовлю маринад. К холодной воде добавляю сахар и каменную крупного помола соль. Она отлично подходит для солений. Хорошо размешиваю соль и сахар до растворения в воде. Теперь огурцы нужно залить маринадом. Поверх огурцов укладываю хрен, стебли и зонтики укропа. Банку с огурцами можно прикрыть крышкой и оставить для засолки на 2-3 дня. На поверхности огурцов будет образовываться пена, ее нужно снимать. В процессе засолки огурцов рассол в банке должен помутнеть. Через 3 дня сливаю маринад из банки в кастрюлю. Теперь маринад нужно довести до кипения и прокипятить 2-3 минуты. Горячим маринадом заливаю огурцы и оставляю на 15 минут. Еще дважды повторяю такие же действия. Сливаю маринад, довожу его до кипения и заливаю огурцы. Огурчики закатываю крышкой. Стерилизация для таких огурцов не требуется. Они прекрасно хранятся в комнатных условиях.